Я горжусь нами. Мы трудились как проклятые. Может, мы не лучшие машинисты в мире, но прибор работал. Только вот то, что в желобах, меня не радует. Совершенно не радует. Мы приложили все силы. Хуже уже не будет, так что бояться нечего. Я устал проигрывать. Устал быть неудачником. Сегодня приезжал Фредди Додж. Он не ушел от нас, а проверял новый прииск в Колорадо. И хочет, чтобы мы работали там с ним. У него есть прибор, но нет ни команды, ни техники. А у нас машины есть. И там много золота? Да. Вот что он мне отдал. 600 граммов золота. Проба с 1500 кубов. Неплохо. Правда? То есть мы еще можем спасти сезон? Серьезно? Плохая новость. Прииск в горах, на высоте в 3000 метров. Мать честная. Снег ляжет раньше, чем на Клондайке. Это может быть третий удар по нам. Мы должны это понимать. Скорее, это третий шанс. Все равно тут дела плохи. Когда уедем? Сейчас. То есть утром. Новая попытка в конце сезона. Но останемся мы или уедем, все равно будет трудно. А тут ловить нечего. Я бы выбрал вариант получше, чтобы закончить сезон с успехом. На Бакленде вряд ли что-то изменится к лучшему. Мои родные решат, что я спятил. Но у нас нет другого выбора. Если удастся выкарабкаться, я только за. Если прогорим, то хотя бы с блеском, да? Что ж, тогда мы собираем вещи и едем в Колорадо. Давайте. Да. Ладно. Обалдеть.